Обмен опытом, обсуждение планов и перспективное развитие, а также вопросы социально-политической жизни страны. За круглым столом обсудили активисты Солигорской районной организации «Белая Русь» с руководством объединения. Проведение таких семинаров-встреч стало хорошей традицией. Они обучают, объединяют и дают импульс к дальнейшему развитию организации. Нужна вот идеологическая работа, организованная не только по вертикали, но и по горизонтали, чтобы как-то люди находили вот взаимопонимание. Неважно, в какой они организации состоят, важно, чтобы она была позитивная. Вот, допустим, союз ветеранов, там, вот, союз афганцев. Ну, вот здесь мне очень приятно союз женщин приветствовать. Да, потому что, да, это ну, позитивные люди, они активные, да. Вот они поддерживают президента, и понятно, что они организованы, у них какие-то есть проекты, какие дела, и они помогают в работе с людьми. Я почувствовал тогда, как перед замглавой администрации, что вот эти темы, ну, надо обсудить. И что вы думаете? Я выбрал для первого семинара Солигорск. Сегодня Солигорская районная организация объединяет в своих рядах более 60 первичных организаций с общей численностью 1300 членов, наиболее активных и инициативных граждан города и района, работающих на предприятиях промышленности, сельского хозяйства, транспорта, связи. За сравнительно короткое время районная организация «Белая Русь» стала одним из самых многочисленных и авторитетных общественных объединений в районе, в рядах которого люди разных профессий, возрастов и социальных групп. Практические дела, мероприятия, акции, проводимые активистами объединения, создали позитивный имидж Белой Руси, укрепили ее авторитет в обществе. Мы с вами здесь встречаемся, но это традиция, это где-то очень хорошая традиция, потому что актив района приехал посмотреть, вот как обустроена работа Республиканского совета, как работает городская организация, как работают первички, что мы делаем вот, как общественное объединение там, для людей, для страны. Вот, как мы президенту плечо стараемся подставить, потому что ну, не всегда же это как-то так вот, ты приказал, там, поручил, а надо, чтобы это дошло до каждого, вот, до каждого человека, там, до каждого, пусть даже маленького предприятия или фирмы. Вот это вот есть возможность обменяться. А у нас же такая сила. За 8 лет деятельности Солигорской районной организации проделана огромная работа. Арсенал форм и методов работы широк и разнообразен. Это участие в различных общественно-политических акциях, участие в избирательной кампании по выборам президента Республики Беларусь, депутатов в Палату представителей Национального собрания, выборам депутатов в местных советов. Все люди очень уникальные. Я говорю, прошли, и я когда вот немножечко вот так вот писала, набрасывала о каждом такую вот изюминку, посмотрела, меня вечером вчера гордость разбирала вот за своих людей. Кстати, действительно, тех, которые кстати, пришли. Нас тоже. Да, пришли, и вот это вот мой актив. В направлениях работы, ставшие традиционными акции патриотической направленности «Служу Отечеству», «Красная гвоздика», «Читаем и показываем», фестивали КВН, празднование Дня Победы и Дня Независимости, а также множество других творческих мероприятий, ставших уже брендовыми в подготовке и проведении районных праздников и мероприятий. К слову, по итогам уходящего года Солигорская районная организация признана лучшей в области. Я хочу подчеркнуть, что мы на сегодняшний день гордимся тем, что из Солигорского района идут инициативы по благоустройству территории, по строительству и возрождению духовности, строительству храма, по участию в благотворительных акциях, волонтерских движениях. Очень приятно мне сегодня представлять, что в составе делегации мы работаем сплоченно, задумываемся о том, кто придет завтра на наше место и кому мы оставим тот опыт, который достигнут, это представители общественных организаций. Говоря о планах, председатель районной организации отметила, в 2017 году планируется открытие общественной приемной «Белая Русь» и школы молодого лидера. Также намечено создание первичной организации по территориальному принципу и увеличению численности организации до 2000 членов. В конце встречи председатель республиканского объединения Александр Радьков вручил членские билеты вновь принятым в ряды общественной организации «Белая Русь». На сегодняшний день для меня торжественно стал членом «Белой Руси» за трудовые заслуги. Ну, я надеюсь, будет хорошим примером для всех.
В рамках семинара активисты Солигорщины встретились с активом Белой Руси Центрального района города Минска и посетили первичную организацию Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь. В качестве подарка ведущие солисты театра, члены Белой Руси, народные артисты Беларуси Анастасия Москвина, Сергей Франковский, Нина Шарубина, Василий Ковальчук, заслуженная артистка Беларуси Елена Бунделеева исполнили известные оперные партии. Нельзя не отметить и тот факт, что в этот же день президент Республики Беларусь Александр Лукашенко вручил Анастасии Москвиной удостоверение звания народной артистки Беларуси, а Сергею Франковскому орден Франциска Скорины.